около 2 миллионов человек на юго-западе Японии получили приказ об эвакуации в преддверии сильного тайфуна, который обрушился на регион в воскресенье 18 сентября, сообщает общественная телекомпания Японии. Беспрецедентные штормы и дожди обрушились на остров Кюсю на юго-западе Японии. Японское метеорологическое агентство назвало тайфун крупным и очень сильным. В префектуре Кагосима существует риск штормов, высоких волн и штормовых нагонов, которых никогда раньше не было. Синоптики выпустили экстренное максимальное предупреждение для префектуры Кагосима на острове Кюсю, который в данный момент разрывает в клочья. Предупреждение 5 уровня – самое высокое по шкале предупреждений о стихийных бедствиях в Японии – было объявлено более чем 14 тысяч человек в городе Нисинаомоте на острове Кюсю. Тайфун Нанмадол обрушился на самый южный главный остров Японии Кюсю в воскресенье. На юге Кюсю может выпасть 400 мм дождя в течение следующих 24 часов и порывы ветра до 235 км в час, 145 миль в час. А в центральном регионе Такае может выпасть 300 мм.